Громкий вой и так уже несколько суток. Вот с такой жалобой к нам в редакцию обратились жители Зеленой Рощи. Они рассказали, что в одной из иномарок прямо под окнами не один день живет здоровенный пес. Он скулит и облаивает всех, кто подходит слишком близко. На машине табличка «Осторожно, злая собака». Окна приоткрыты и прикрыты одеялом. Но люди все равно переживают за четвероногого, как выяснилось. Хозяин собаки – житель Канска. Здесь он проездом. Мужчина рассказал, что буквально спас пса от голодной смерти, забрал у нерадивых владельцев. Съемное жилье с ним нельзя, но уже через пару дней он вернется в Канск, где для Марка, так зовут этого четвероногого красавца, уже готов просторный вольер. Забрали мы ее в Покровке, то есть... Вот, были у ветеринаров, собаку можно откормить, как ветеринар сказал, в течение года, то есть, чтобы она стала более-менее адекватной. Собака сидела на цепи, вот, собаку кормили раз в неделю, то есть все это время она питалась крысами, как сказала хозяйка собаки. Собака выгуливается 3 раза. Вечерами мы с женой можем приходить и садиться в машину, то есть мы смотрим там кино, то есть через телефон собака находится в машине с нами.